Кази, синий, все ты. Пятилетний Рома в детский сад не ходит. Из-за тяжелого кишечного расстройства мальчику нельзя многие повседневные продукты. Он на особой диете, иначе кишечник просто перестанет работать. Бесконечные приемы, разные диагнозы, и только спустя год удалось найти причину. Нарушение всасывания биополимеров и решение. Ему необходима смесь. Она очень дорогая, стоит около 3000, и нам необходимо 15 банок в месяц. Курс лечения рассчитан на 1,5 года. Сами мы не сможем выкупить ее. Поэтому просим помощи у неравнодушных людей. Из-за нарушения всасывания у Ромы началась задержка в развитии. И если не обеспечить мальчика специальным питанием, последствия могут быть непредсказуемыми. Он неоднократно обследовался, как у нас, ДРБ, как в Москве, в институте питания. И все-таки выявили нарушение, скажем так, всасывания кишечника. Именно непереносимость глютена. И вот эта смесь, она аминокислотная, обогащенная, необходима для повышения уровня жизни ребенка. То есть он будет более лучше развиваться как в физическом плане, так и в психомоторном развитии. Рома очень активный и любознательный мальчик. Несмотря на тяжелый недуг, много рисует, учит английский язык, умеет считать. Особенно любит проводить время со своей старшей сестрой. Мы любим с ним рисовать, разукрашивать, мы любим с ним смотреть мультики. И мне еще иногда дают домашние задания, я ему говорю ответ, а он записывает. Для того, чтобы Рома смог полноценно питаться и развиваться, нужно больше 1 000 000 рублей. Такую сумму семья самостоятельно собрать не может. Помочь можем мы с вами, как помогли уже тысячам детей, отправив СМС со словом «дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда.